Смотрите, что я откопал. Радиоприемник Невский. Это мой приемничек. Я ловил еще в селе, помню, Севу Новгородцева. Сейчас он еще и работает даже, блин. Крышечки, правда, где-то потерялась. Но пашет Невский. Сейчас послушаем, смотрите, как есть короткие волны, вот там какой-то вражеский голос. В основном арабы вещают. Тут точная настройка есть, прикольно. О, точная настройка сейчас. Да, там пасек надо менять. Китайцы какие-то. На коротких ханах 49 метров. Короче, это еще какой-то вражеский голос, а ну. Вот это вот. Ну, помех, конечно, куча. Да, вот это точно настройка, надо компасик поменять. Вот такой вот вражеский, то есть наш советский приемник, вражеские голоса. На средних волнах нифига тут нету. Что-то есть. Какой-то тоже голос. На средних волнах даже есть это. Это есть. Вот такой вот приемничек Невский, древний, классный приемник, супер, всем привет!